Всем здрасте и добро пожаловать назад в Тузамун. И возникла такая неприятность, что почему-то у меня не сохранилась игра. То ли я ее забыл сохранить, я не знаю. Кстати, раз уж пошла такая пляска, я сохраню прямо сейчас ее. Тут дело в том, что я, значит, загружаюсь и оказываюсь в доме Джонни. По счастью, здесь осталось автосохранение. И давайте найдем оставшиеся куски момента. Подобрал два, которые у меня исчезли. И, соответственно, и нам надо найти еще два. Вот где? Я не помню. Точнее, не знаю. О, я же пройти могу, оказывается. А, да, точно, я совсем забыл, что было. Сцена наверняка, я знал это. Сцена не может не быть. Мемента. Никак не пойму, Джоуи, как ты их переносишь? Они же кислые и мерзкие. Это оливки, ты хотел сказать кислые и клёвые. Так и оливки тоже любил, Джоуи. Да, вообще оливки не люблю. Эй, вот, это родственная душа. Пробуй хотя бы одну, Джонни. Кто знает, может же это тебе понравится. Ага. Попробовал вот. Можно теперь пойти поиграть. Хорошо, но только с площадки, не ногой. Оставь рюкзак, я посторожу. Нет, он мой, я его выиграл. Так, рюкзак, значит, был. Рюкзак. Он выиграл лотерею. Место паровоза. А чему они решили, что Джоуи больной с детства? Вроде вполне себе нормальный был. Короче, все эти вещи, которые как типа любил Джонни, как оказалось, на самом деле любил Джоуи. Я тут слегка утомленный, потому не знаю. Внимательность будет не на максимуме, это факт. Куда я попал? А, я назад сбегал, хотя нет. Я вернулся. Все-таки вернулся на начало. Давайте пойдем за Джонни. И его нашим любимым рюкзаком. Который не раз приносил нам части мемента. Так, кого ты, Джонни? Звучит так, кого ты, Джонни? Может быть, здесь он встретился с Ривер? Выглядит вполне логично. Так, мы слушаемся маму, да? Погоди. Вот в оригинале был другой голос. Но я его уже не смогу воспроизвести, потому что... А, я не знаю почему, но я сомневаюсь. Эй, куда этот мальчик пошел? Разве не понимаешь, ходить одному по лесу опасно? Рюкзак он в руке держит, а то я его что-то разглядеть не могу. Вау. Господи, так это сказал. Я бы сказал, как я это сказал, но... Птицы улетают прочь. Смотрят на луну. Они летят к ней, как же он не хотел. Ух ты. А рюкзак-то, по-моему, то ли это другой рюкзак, то ли это что-то вообще не то. Доктор Уотс, где ты был? Так, хорошо. Монстр островенький нашел клевое место. Но согласись, я в принципе могу оставить тигров сожрать. Я сомневаюсь, что здесь есть тигры. Я вообще не собираюсь в стае. Но я образно. Знаешь, в детстве мы с дедом каждый год ездили смотреть на звезды. Правда? За городом был холм, в котором мы останавливались. Всегда в одном и том же месте. Мы
посмотрели на звезды до самого рассвета. То есть я смотрю по большей части, и он, по сути, только телескоп для меня возил. Ясно. Ну и... Главное, что мама не хотела, чтобы я ложился поздно. Я всегда говорю ей, что просто идем на пикник, а сам прятал телескоп в машине. Все было классно, кроме того, что когда утром возвращались, мне приходилось делать вид, как будто я выспался. Почему я это все? Именно отсюда и растут ноги в моей кофемании. Ты просто ужас. Знаю. Печально, однако. Печально, однако. Печально, однако. Все чудные воспоминания утрачены навсегда. И кто знает, сколько их еще таких. А, как ты там говоришь? Прочувствуй это мгновение с мгновением, да? Не зря я говорил про тигров. Я, кажется, догадываюсь, кто это. Я, как всегда, прав, как всегда. В такие моменты у меня обычно в мозг родно полный катушку. Это же Ривер. Значит, они еще до школы познакомились. Привет! Стой, подожди. Я Джонни, а тебя как зовут? Это мое место. Твое место? Ай, прости, я не хотел брать все это место себе. Хочешь присоединиться? Вот и ты должен присоединиться. Ты здесь, чтобы смотреть на звезды. А ты? Шутите, это ролик? Констан, Констан. Эй, я же видел эту картинку. Да-да-да. Быстрее, быстрее на них. Почему-то... Что-то картинку даже хотел в интро сделать. Эти интро я все так явно не сделал. Ты знал, что не так? Да. А, ну, я тоже. Маленький угод, ты ничего не знаешь. Джон Сноу. Говорит, что это твое место, да? Только на время праздника. И любишь толпу? Эй, я тоже. Эй, ты ведь так не сказал мне свое имя. И не скажу. Да не вся школа смеется. Почему? Ряд от моего имени хочется пойти умыться. Шоку имени Ривер. А, ладно. Ну точно может быть хуже, чем Джон. То есть всех, ну почти всех в мире зовут Джон. Даже Винди. Возможно. А что тебе не нравится? Что плохо, если тебя зовут так же, как и всех остальных? Ну, это скучно, полагаю. В смысле, если у всех одинаковые имена, то в чем тогда смысл? Мне бы хотелось. Хоть ненадолго. Иметь такое же имя, как у всех остальных. Как звезды на небе. А отсюда они все кажутся одинаковыми, но это не делает их менее прекрасными. Глядите, это Луна. Наверное. Звезды наверху, что это такое? Как ты думаешь? Папа говорит, что это огромный раскаленный газовый шар, и ты ему не веришь. А, наверняка он это выдумал. Чего меня обманывать? С тем, что, ну, знаешь, те же взрослые всегда так где-то все выдумывают. Санта, пасхальный кролик, кенгуру и все такое. Парень кенгуру существует. То, что ты его никогда не видел, не значит, что его нет. Хотел пасхального кролика и звезд. Типа, как созвездие. Да. Пробовал, но кролика никогда. Погоди. Так, может, это отсюда этот кролик воспоминаний. И то есть, что он так расстрелился за звуком кролика?
Да, вы сделали ее лучшее созвездие в мире. Давай, кто быстрее. Хорошо, еще три. Раз, два, три, иначе я вижу. Где? В небе. Где в небе? Оно большое. Больше, чем все остальные. Не вижу. Постой-ка. Постой-ка! Вижу! Расскажи, что ты видишь. Там, да? Там голова и два уха. Что еще? А там? Там две лапы. Так, что еще? У нее с детства эта привычка спрашивать. Что еще? Что еще? И луна. Луна — это его большой круглый живот. Да-да-да. А как же лапы, руки, так сказать... Какие они на самом деле? Звезды, то есть. Я... Тогда у неё не было аутизма или что-то у нее. Когда никого не говорила, но я всегда думал, что это маяки. Миллиарды маяков, стоящих на другом конце неба. Ух ты, там должно быть весело. Нет, совсем нет. Они видят другие маяки, хотят с ними поговорить. Тоже слишком далеко друг от друга, и не слышу, что говорят другие. Они могут лишь светить своими огнями вдали. Вот и все, что они делают. Светят другим маякам и мне. Почему тебе? Потому что когда-нибудь я подружусь с одним из них. И ты подружилась. Его звали Аня. Твой рюкзак, что там? А, там приз, который выиграл в замочек крота. А погоди, в рюкзаке был приз, значит. А ты пробовал в ней играть? Я сомневаюсь. Пробовал, она слишком неуклюжая. А что ты выиграл? Да так, кое-что. Я сам не знаю, что это такое. Это же утконос. Что-то странное, типа утки, мохнатый. Можешь встретить. Странная. Я бы тоже хотел выиграть такую. Джонни! Упс, мама зовет. Возьми. Знаешь, оставь себе, я тебе дарю. Правда? Да, я еще выиграю, если захочу. Лёх Ватсон, я просто чемпион в этой игре. Ты приедешь в следующий год? Ага, а ты? Ну да. В том же месте, в то же время. Да. Если ты забудешь или не найдешь. Но мы же всегда с вашей средства на Луне, глупенько. Прямо на кроличьем пузе. Джонни! Иду. Ах да, я оставил футбол в рюкзаке. Рио ж неуклюжая, так? Может быть, он тебе пригодится. Я так и не знаю, что такое футбол. Господи. Понимаю, но я понимаю. Почему? Значит, Джонни забыл о кролике. Наверное, делать этих кроликов, чтобы он вспомнил. А если он не потеряется? Подожди, получается... Не говори мне, что этого не ожидал. А я уже подумал, что сейчас нас ждет воодушевляющая история о детской мечте. Мне всего догадаться, что это девочка, и превратить все в балаган. Ну что, фейспалм? Нет, не фейспалм. Думайте, теперь мы знаем, что нужно делать, чтобы отправить его на Луну. Стой, ты же на самом деле не собираешься это делать, правда ведь? Люди, объясните, что это все значит, я не понимаю. Это наша работа, Нил. Такое условие контракта. Блин, Ева, стой! Ева!
они что-то поняли, чего я не понял. Вот мне шарят в игре, и тут слишком нарочито не договаривают. То есть я понимаю, что персонаж как бы они подняли в зону, но черт возьми, что такое? Я сдал, что ты здесь. Очень заметка луна. Спасибо, прошу прощения. Итак, что же мы знаем по луне? Цель миссии. Место, где Джонни и Рир встретятся, если потеряют друг друга. Так. Это твоя вина. Я не понимаю до конца. Решетка нос. Почему это ее вина? Что-то здесь не то, что ты не понимаю. Все ради тебя искусственно. Блин, ну, ребят, поясните мне, что происходит. Я сегодня чего-то вообще не догадываюсь. Что мне на... Стой. Обернись. Разотроваться, он суров. Мило. Я знаю, что ты задумала. Я знаю, что ты знаешь. Да? А я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Слушай, контракт прописывает отправить его на Луну. И единственный способ достичь этого — замотивировать... Если это означает удалить Ривер, то в чем тогда смысл? Причина, по которой он вообще захотел на Луну, именно в том, что она умерла. Знаю, но связано с контрактом. Черт побери, он сказан, да? Я подписывался на то, чтобы сделать его несчастным, Ева. Не знаю, как ты, я работаю, чтобы помогать старперам умереть счастливыми. Я тоже, я люблю свою работу. Если мы напрямую нарушим наши обязательства, нас засудят. Мы подадим апелляцию. Мы-то знаем, что Джонни будет счастлив, если не полетит на Луну. Джонни будет счастлив в куче альтернативных путей. Не всем понимаю, дайте мне, надо подумать это, почему так? То есть Рир умирает, он захотел на Луну. Если бы он заиграл, то ему бы не было слететь на Луну. Но если не будет Ривер, то он зачем? Он же вообще не будет знать про Луну. Тоже же. Ну... Господи, просто давайте продолжим. Мы здесь не для того, чтобы играть в Бога. Наша работа — дать ему то, что он хочет. Но так получилось, что мы знаем, что он хочет лучше, чем он сам. Слушай, я рискну брать Ривер, лишь то, что я верю в нее и... Что это значит? Рискну! Ты же удаляешь ее. Кроме того, я это возмещу. Как возместишь? Проклятие. Похоже, это Джонни совсем беда. Именно исходит. Просто верьте мне. Это говорит человек с окном же мяс маяка? Погоди, что происходит? Ах ты что? Что ты сейчас? Освещение. Эва, решение с тобой за их помощь, я зачем же я все утратил контроль? Ловушки? Эва, ты серьезно? Просто дай себе выиграть время. Спасибо, что сказал. А, офигеть. Воу-воу-воу. Так, давай быстро. А что, я не могу мышкой ходить? Зачем такое дорогое оборудование меня швыряешь? Подала. Говорю тебе, снись уже и жди, пока я закончу. Да иди. Так. Мне как-то больше нравится доктор Лотс, поэтому я как бы поддерживаю точку зрения, хотя бы потому что я всем понимаю, что смысл ее замысла. Слушай, не заставляй меня выходить и отключать тебя. Трясешься от тебя в пайте в таком состоянии. Пожалуйста, не мешай мне. Займет много времени. Только не это. Или иди, найди меня в конце коридора. Да ёлы-палы, чё происходит? Видишь, что на полу лежит? Да что, противопехотная мина? Я хочу сохраниться. Потом это смешно? Господи, это не просто зомби-евы. Это зомби-евы. Не подходите ко мне, я вооружен.
Оу, а я отстреливаюсь, во все стороны стреляю. Да вы издеваетесь, ребята, что происходит? Черт, я отстреливаю их. Все, бежим отсюда. Проклятие, это не смешно. Так, давай, все, всех, кажется, это все. Я, кажется, не такой уж бесполезный. Так. Да ё-моё, это... А, это шипы, я только сейчас да не даже. О-о-о-о-о, почему мне на другие шипы откидывать, а, ребята? Это неприятно, между прочим. Оу, нет уж. Почему я хожу? Это еще что такое? Блин. Это принц Перси какой-то. Бесконечный цикл. Ничего, Доктор Уотс, мы справимся. Я уже на все. Неплохая пытка, Доктор Уотс. Что все? А я думаю, уже можно мышку спокойно ходить. Мы были в альтернативной реальности. Да и просто иди. Ева, что произошло? Ева? Ева? Ой. Мне кажется, тебя здесь не должно быть. Что еще? Клярды маяков, стоящие на другом конце неба. Теперь вся модель заключила. Погоди. Это... Чего-то это несколько ривер. Готово, Ривер. Она больше не будет одна. Я просто не хочу уйти. Череда очень парня, море очень людей, Ник. Господи. Что хуже это чувство? Просто больше ответственности, я так думаю. Понятно. Теперь все переплелось в одну. В одну. И уж вам понять, из сцены лучше не стоит. Почему? Ладно. Оу! Ты с ума сошли. О, музыка поменялась. Это ж неспроста. Вот, я больше не могу кидать. Все-таки. Хватит короля, все в таком же духе. О, я могу погонять мячик. Отлично, всегда мечтал. А, нет, больше не могу. Что с тобой? Привет. Подожди, не надо. Я Джонни. Как тебя зовут? Твое место? Ой, прости, я не хотел прирастить это место себе. Понятно. Слушай, это было давно. Да не назвал ни день, ни время, Джонни. О, телефон. Здесь. Здравствуй, Нил. Морфеус. Кто? Это Ева, тебе. Да ну... Тут еще кто-то есть. Слушай, что там не задумал? Остановись! Может мне знать, что хочет Джонни, но мы знаем, чего он не хочет. Точно не того, что ты делаешь. Уже сделал, Нил. Почему выйти и не выйти? Блин. Мне не нравится все это. Мне это совсем не нравится.
Что ты сделала? Расслабься, она просто куда-то ушла. Знаешь, тресня от бурле, что крыть оливками, это одно. Но это совсем другое. Прости, если просто тупо срасыпать, это ни к чему не приведет. Так что это единственный выход. Прошу тебя, доверься мне. Пожалуйста, успокойся и подожди. Да давай же заканчивай. Ты куда? Мне нужно еще кое-что сделать. Позерство. Не обязательно визуализировать дверь. Нет, ты что такой сентиментальный стал? Что ты печешься за это? Забудь, у нас нет времени. Тебе хорошо, друг? Обернись. Ладно, ладно. Ты что делаешь? Привет. Нашу книжку не украли. Присветиваться. Процесс уже пошел. Пошли, это все хорошие слова займут. Да они же все одинаковые, господи. Не, Джоуи прав. Те, что лишь в кухне, пахнут лучше. Точно, и оливки всего в двух шагах. А, оливки. Значит, я Джоуи жив. Радость тем, что спасло его. Он всегда сожидает другой ревернил. А брат у него всего один. Давай, надо двигаться. Short steps and deep breath. Everything is all right. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. Пит, я писатель. Я пожар. Эй, Джонни. To fly away with me. Астронавт. Until the stars all fall down, they empty from the sky. But I don't mind if you're with me, then everything's all right. Why do my words always lose their meaning? When I feel what I say, there's such a rift between them. He said, I can't really seem I just stood there, never know what I should do. When this world is no more, the moon is all Он в нас отсылает письма.
еще где последняя серия. If you're with me, then everything's alright. И вот так мы в НАСА. Да, скорее всего, это так и не сыграю, я думаю. В принципе, я понял, и в чем был смысл кроликов. Что еще? Наверное, надеялась, что он вспомнит про то давнее обещание. Но Джонни не вспомнил. Действие блокаторов оказалось слишком сильным. Так и не получилось. Удивлен? А как же, у нас все всегда получается, то, что мы молодцы. А, подожди, это же не он сказал. Я могу сказать, что все получилось. Ох, не ной, мы же в НАСА. Не знаю, я как-то тут сразалин как-то. Сейчас. Вчера игра на скрин нравилась, теперь она как-то... Ну и я не знаю, ребята, ну что-то мне этот персонаж сразу нравился. Подождите здесь, пожалуйста. Сейчас кто-нибудь придет и покажет вам тут все. Знаете, давайте на этом остановим запись. Увидим то, чем все закончилось уже в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилось. В этой серии мы разрешили множество загадок To The Moon, которые, возможно, не давали вам покоя, как и мне. Спасибо за просмотр. С вами был Авангард. И до новых встреч. До новых...